глаза. Все та же трещина небес в стекле окна. Приветствую всех, дамы и господа. Вы знаете, у меня есть постоянная рубрика, как у нас фальсифицируют админматериалы по статье 130. И сегодня из этой рубрики у нас просто сногсшибательное видео про Майю Бреславскую. Но давайте для начала послушаємо саму Майю. Ви нещодавно посіли посаду виконуючого обов'язки першого заступника керівника главку Київської області. Як зараз виглядає ваша робота? Що входить в ваші обов'язки? Що ви, власне, за що ви відповідаєте? Власне, відповідаю за публічну безпеку в Київській області і контролюю та організовую роботу безпосередньо блоку превенції. Це дільничні офіцери поліції, це ювенальна превенція, це наряди РПП, це дозвільна система. Ну і масові заходи, які в нас відбуваються. Но Майя не договаривает, потому что, согласно данным нашего любимого, ну понятно, в кавычках, Государственного бюро расследований, Майя еще занимается еще одной интересной деятельностью. А вот именно Майя, опять-таки, оговорюсь, по информации ГБР, Майя организовала целую преступную группу, которая вносила неправдивую информацию, либо изменяла информацию в соответствующей информационной системе национальной полиции, где была информация по людям, которых привлекли к административной ответственности по статье 130 КУПАП, то есть за управление в нетрезвом виде. И ГБР утверждает, что делала это Майя не просто так, а с целью получения выгоды для себя лично и для других должностных лиц Главного управления национальной полиции в Киевской области. При этом в эту группу входило тут просто огромное количество людей тут по всей области. И Вышгородский какой-то полицейский, Богуславский, Броварской, ну это районы наши киевские. Ну и некоторые другие, и Бориспольский, откуда она, кстати, пришла. Кстати, вот про Майю рассказывают, что она первая женщина-полицейский, которая приняла присягу. То есть, ну не женщина-полицейский, а первая женщина-командир. Вот. То есть вот такой вот у нас первый командир. И, я так понимаю, вчера был произведен обыск в ее кабинете, а также в кабинете еще там какого-то должностного лица. И нашли они 60 водительских удостоверений. А еще 100 тысяч гривен, 4 тысячи долларов США, вот, оргтехнику, ну, наверное, рабочую оргтехнику. И, значит, указывает у нас ГБР, что одному из участников данной группы было вручено уведомление о подозрении. То есть, я так понимаю, самой Майе Андреевне, как ее там, неважно, короче, Майе этой вручили подозрение. И что еще интересно, вот видео я вам вставлял кусочек, это у нас июль 2019 года, когда журналисты Громадского берут у нее интервью. Но уголовное производство ГБР зарегистрировало еще в марте 2019 года. И вот с марта фактически по ноябрь, я так понимаю, ну, продолжались вот эти все преступные действия, да, вот этой вот группы. А ГБР их документировала. И вот где-то посередине этого промежутка у нас Майя, это Бреславская, дает интервью. И она еще, наверное, даже и не подозревает, что ее уже задокументировали полностью. И она там рассказывает, какая она классная, как, в общем-то, ей интересно служить в полиции. Буквально пару фрагментов еще вставлю. Я не знаю, в чому їхня проблема. Якщо ти поліцейський, ти маєш відповідально ставитись, ну, взагалі до того, що тебе оточує, яку роль ти в тому суспільстві граєш. Майя, чому ви пішли в поліцію? Це круто. А що вас втримує і дає вам віру, що ви зробили правильний вибір, коли йшли сюди заради змін? усвідомлення того, що я роблю щось важливе для громади, для поліцейських, для нашого суспільства. Зараз ми від тої силової моделі відходимо, більш працюємо через... Скажіть всі «Поліція!» Поліція! Одним словом, при всем моем критическом отношении к ГБР, и оно таким, в общем-то, и останется, потому что слишком много вопросов у меня к ГБР, вот конкретно за это дело я просто аплодирую стоя. И отдельное такое колкое, наверное, сообщение для нашего гаранта, для Владимира Александровича Зеленского. Владимир Александрович, вот это уже происходит под вашей личной ответственностью и под те ваши гарантии, которые вы дали. Все.